Здравствуйте. С вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы расскажем вам о японских противоударных водонепроницаемых часах Casio G-Shock модель GST-W100-G1B. Модель выполнена полностью в черном цвете. Корпус и браслет сделаны из высококачественного износостойкого полимерного пластика. Застежка металлическая, классическая. Задняя крышка стальная с информацией о модели. Циферблат защищает прочное минеральное стекло, его сложно поцарапать, еще сложнее его разбить. Способ отображения времени и цифровой, и аналоговый. Стекло, кстати, слегка утоплено в корпус для дополнительной защиты от ударов. На стрелке нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Есть также подсветка. У данных часов есть также автоматическая подсветка, которая срабатывает при повороте запястья на 90 градусов, то есть когда вы подносите часы к глазам. Это удобно, если у вас руки заняты или в толстых перчатках. Механизм часов кварцевый. Он защищен от внешних воздействий, таких как удары или вибрация, а также от магнитных полей. Точность хода плюс-минус 15 секунд в месяц. Питание от солнечной батареи. Класс водозащиты 20 атмосфер. С часами можно плавать, нырять, а также погружаться на большие глубины с аквалангом. Габариты корпуса. Длина от ушка до ушка 60 мм. Ширина 52 мм. Толщина 16 мм. Вес часов 97 грамм. В данной модели есть следующие режимы. Это режим текущего времени, мировое время. Полезно, если вам необходимо знать время города, находящегося в другом часовом поясе. Секундомер. Таймер. 5 независимых будильников, которые можно установить на разное время в течение суток. А также звуковая индикация начала часа. Подробнее об этих режимах и о том, как их настраивать, смотрите в нашем дополнительном видео. В комплект с часами идет инструкция на русском языке, также инструкция на нескольких иностранных языках, международная гарантия Casio G-Shock и российская гарантия с уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованы часы в фирменный металлический бокс и картонную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.